зафиксирую. Нахожусь на Лубянке. Вот все дела. Детский мир напротив. Зафиксируем. Посмотрим, будет все ок или нет. Последний чекпоинт. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России. Владимир Владимирович, извините, я вас немножко прерву. Вот, Владимир Владимирович, пришел ответ из вашего центрального аппарата. Принято мое обращение от 15 июня 2023 года. Но смотрим число. 20 июня 2023 года отправлен во Владимир. Это пришло письмо моему соседу седьмого этажа Алексею. Не буду говорить фамилию, тут вслух. Он был у нас в школе самый лучший комсомолец, а последний причем, ну, я имею в виду Советского Союза. А я был самый лучший и последний пионер в нашей школе, первой школе средней. Вот, вы к нам приедете 15 сентября принимать мост от Автодора 12, второй мост, причем через реку Аку подряд. Ну, это ладно, ваши дела. Глядите, между мной и вами остался всего лишь один человек, и тот, который меня знает с детства. Вот такая вот история, блин, понимаете ли. Как бы все подробности он про меня максимально хорошо знает. Кто хочет, сможет уйти из Беларуси. Данное мной обещание будет исполнено. Выбор за каждым из вас. Но... уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Признателен президенту Беларуси Александру. Маленький, картавый, без волос. Без... По 30-40 человек. Ха-ха. Все на машинах приезжают и уезжают. Вот сейчас вы идете вниз, а там еще двое сейчас наверх вам пойдут. О, видишь? Вам туда же? Или куда? Вон двое, видал? Вам туда же? Или они вам кладут? Уже все разложили, уже все гаражи предоложены. Ебать, тулюсь, блядь. Мы же не сами это ложим, правильно? Да? Я понимаю, я этого закладчика видел пару раз, я его нахуй найду, он заебал в натуре, блядь. Я уж не знаю, кому, блядь, говорить. Вы, блядь, работать мешаете. Тут, блядь, в каждом втором гараже что-то делается и делает. А вы, блядь, нахуй отвлекаете своими маневрами, блядь, все время. Зафиксирую. Нахожусь на Лубянке. Вот все дела. Детский мир напротив. Зафиксируем. Посмотрим, будет все ок или нет. Последний чекпоинт. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России. Владимир Владимирович, извините, я вас немножко прерву. Вот, Владимир Владимирович, пришел ответ из вашего центрального аппарата. Принято мое обращение от 15 июня 2023 года. Но смотрим число. 20 июня 2023 года отправлен во Владимир. Это пришло письмо моему соседу седьмого этажа Алексею. Не буду говорить фамилию, тут вслух. Он был у нас в школе самый лучший комсомолец. Последний причем, ну, я имею в виду Советского Союза.
А я был самый лучший и последний пионер в нашей школе, первой школе средней. Вот, вы к нам приедете 15 сентября принимать мост от Автодора 12. Второй мост, причем через реку Аку подряд. Ну, это ладно, ваши дела. Глядите, между мной и вами остался всего лишь один человек, и тот, который меня знает с детства. Вот такая вот история, блин, понимаете ли. Как бы все подробности он про меня максимально хорошо знает. Кто хочет, сможет уйти из Беларуси. Данное мной обещание будет исполнено. Выбор за каждым из вас. Но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Признателен президенту Беларуси Александру. Маленький, картавый, без волос, без... По 30-40 человек. Ха-ха. Все на машинах приезжает и уезжает. Вот сейчас вы идете вниз, а там еще двое сейчас наверх вам пойдут. О, видишь? Вам туда же? Или куда? Вон двое, видал? Вам туда же? Или они вам кладут? Уже все разложили. Уже все гаражи предоложены. Ебать, твалюсь, блядь. Мы же не сами это ложим, правильно? Я понимаю. Я этого закладчика видел пару раз. Я его нахуй найду. Он заебал в натуре, блядь. Я уж не знаю, кому, блядь, говорить. Вы, блядь, работать мешаете. Тут, блядь, в каждом втором гараже что-то делается и делает. А вы, блядь, нахуй отвлекаете своими маневрами, блядь, все время. Ах, блядь, вот они, ёптвою. Парни. А, блядь, вот это кто, ёптвою. Привет. Мафия, блин. Проститутушная, блин. Вы хорошие этих к нам сюда приводите. Заебали. В пятницу 30 человек. Вчера хуй знает сколько. Не возите их, а? Заебали, они работать мешают. У нас там, блядь, все работают внизу. Они, блядь, заебали. Я из-за них до двух ночи вчера, блядь, в пятницу сидел, а мне в 5 утра уезжать. Ну что это? Зафиксирую. Нахожусь на Лубянке. Вот все дела. Детский мир напротив. Зафиксируем. Посмотрим, будет все ок или нет.